Здорово, народ! Здорово, любители МФФ! Итак, пришел тот момент, к которому мы так долго шли. Буквально на каждом стриме мы собирали необходимые ресурсы, чтобы качать персонажа в D4. Ну и непосредственно, вчера я собрал последнее недостающее звено, и сегодня мы качаем моего первого персонажа в D4. Ну а кто это, вы уже все давно об этом знаете. Я не раз говорил на стримах, не раз вы видели, кого именно я качаю. Многие спросят, почему именно он, ведь есть персы и получше. Но дело в том, как только вышли первые Т4, это был ЖЧ, я начал собирать все это дело, бухивать ресурсы в него и непосредственно... Не хотелось переходить на следующего перса, потому что много сил было потрачено именно на него, поэтому он будет первым. Итак, погнали посмотрим. Вот он на ЖЧ. Итак, что требуется для прокачки вот Т4? Просто я иногда смотрю, у меня задают вопросы на стримах. Где книги брать, где то брать, где это брать. Есть много стримеров, да, которые играют подольше моего, и я знаю, что они ходят и к ним, эти люди, но почему-то задают постоянно такие вопросы. Итак, чтобы нам поднять Т4 перса, снаряга качается до 30. Сюда пуливаются души Фалкина, или как его там правильно. Навыки должны быть вкачаны полностью. Если они будут не полностью укачаны, в Т4 вы его не переведете. Ну, остальное все не важно. Итак, само развитие. Что для этого требуется? Это 10 книг Вишанти, 1000 семян жизни, 800 карбонаде и 1500 душ, как их правильно там, Фалкина. В общем, насобирал я эти души. 5 миллионов для развития. Ну и давайте непосредственно, наконец-то, спустя, я не знаю, когда он вышел точно, в Т4 очень давно, и сколько я примерно стримлю, почти 3 месяца, ну не все эти 3 месяца мы прям фармили жестко. Жестко я начал фармить прям эти души где-то месяца полтора, наверное, назад. Можно было все побыстрее сделать. Но под конец я уже старался забирать полностью 150 душ с этого самого Зармаму. Ну а тогда там, когда по 80 оставалось, я больше не бил. Ну и благодаря, конечно, союзникам, друзьям, наконец-то удалось собрать все эти души, потому что самому это тяжко. Раза с 10 тебя берут в рейд, а остальное все время тебя кикают просто, потому что персы слабые. Ну что, давайте наконец-то переведем его в Т4. Развитие. Развиваем. Так, сейчас будет, наверное, анимация. Да, вот она пошла. Так, ЖЧ. Получает у нас Т4. Наконец-то мы получили Т4. Давайте в союзе похвастаемся. Как же без этого? Так, достижение. 400 тысяч золота дали. Так, 100%. Все. Перс у нас Т4. Так, 68%. У него атаки получается. Здесь скорость движения и уклон страдает. Но уклон, я вроде смотрел, хватает ему, в принципе. Он уклоняется. Так что как-то так. Здесь, может, что-то поменяю, может, нет. Так, ага, тут еще надо четвертый. А, это Т4. Давайте пока что, я не знаю... Черный гром. Что-то
как-то не знаю, кого ему поставить. Так, Шури. Разлом. На 80 базовый урон. Писурон. Зачем мне писурон? Чит, суперудар, восстановление щита на 2 каждой атаки. Пополнить можно так. Повышать АТК на 2.2. Щита, суперудар. Так, кого я хотел вообще? Я кого-то другого хотел поставить ему. Но черт-то не вижу его здесь. Так, это такое себе. Пеппа, в принципе. Не знаю. Так. Это вообще что-то не. Ну, я еще не разбирался с этим дерьмом. С Т4 навыком этим. Ну, я имею в виду страйкерами этими. Так, а где я? Вот он, Тор. Тора я вроде хотел. Нет, Тор что-то мне не заходит. Так, восстановление. Здоровье. Блин, не знаю, ну давайте пока поставлю этого самого Лунтика. Лунтика поставим. Пока что будет Лунтик. Так, а теперь самое такое главное, наверное. Потому что я хочу, чтобы он показывал себя хорошо. Знаете, когда вбухиваешь столько времени и сил в одного перса, а потом он показывает результаты, которые тебя вообще не устраивают. Это очень печально. Не хотел я его в этом видосе тестить. Ну, наверное, потестим его в этом видосе. Естественно, на Дарману. Для этого я его, в принципе, и качал. Чтобы ходить на Дарману. Но не только, на боссов тоже. Так, осталось мне 13 душ. Давайте создадим фойе. Так, у него лидерки нету. Поэтому лесу тут бестолку ставить. Давайте, наверное, на энергоатаку поставим. Вот так вот. И кого еще бы поставить ему? Так, волну, может. Так, их союзником героя. Ну, в принципе, нормальная такая у меня пассивка. Давайте вот так сделаем. И так, блин, а я ходил, да, уже зачем? Твою мать, блин. Я уже, короче, ходил железным человеком. Короче, теста не будет. Ну, да ладно. Потестим его тогда сегодня на стриме. Запустим стрим. Не забывайте прийти. 18:00 начало стрима. И обычно в это время я сразу иду на этого самого. На Дармаму. Потому что усилки могут улететь, короче, и в пространственной. Еще там где-то они улетают. И чтобы они не улетели полностью, я хожу сразу. Так, у меня же там еще остались, да? Души там что-то чуть по чуть осталось, 25. Короче, буду собирать, сколько там, 2200, говорят, надо душ для полной прокачки. 2200. Короче, насобираем 2200, вроде как 700 на экипу улетает и 1500 на само Т4. Ну да ладно, мы это еще посмотрим. Короче, соберу 2200. И сразу качаю вот этого дяди, наверное. Да, вот этого дяди мы качаем Т4. Что-то мне не нравится тут у него. Так, уклончика не хватает и крит урона. Ну, тут еще Уру-Муру, там все эти дела еще будут мутиться. Осталось только Уру найти Одина. И, короче, этот дядя будет вторым, скорее всего. Скорее всего, но это еще не точно. На магнита, к сожалению, нет у меня. Кристаллов не хватает. Поэтому костюма у меня не будет. И смысла его тогда вообще нету качать.
Так что вот так. Ну и все. На этом буду заканчивать видосик. Увидимся тогда на стриме. Всем удачи и всем пока. Большинство людей в нашем мире абсолютно не ценят жизнь. Но только не вы. И не теперь. Игра окончена.